Значит, мне для открытия нужен Луис Си-Кей. Си-Кей. Да не Марат Си-Кей. Слушайте, а у вас точно есть связи? Слушайте, давайте я больше не буду с вами разговаривать. Ага. Да-да-да, Си-Кей. Да-да-да. Да не Кирилл Светлов. Девочка, слушай, а есть кто-то постарше там рядом? Дай, пожалуйста, трубочку. Алло. Идиот, а? Это же не ты нарисовал. Я. Это же все компьютерная графика. Сегодня мы находимся на потрясающем событии, на невероятном, просто масштабом. Хал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку в реку. Ебать, я никогда в жизни не говорил так. Добрый вечер, друзья! Сегодня открылся первый в России стендап-клуб, и толпа людей пришли посмотреть на лучших московских комиков, да лучших комиков вселенной. Turn down for what? Где вы находитесь? Здесь. Давайте я буду спрашивать у подруги, которая умнее, хорошо? Где вы находитесь? Здесь. Вам надо, да, как-то попроще. Что такое стендап? Стендап. Ты всегда так разговариваешь с людьми? Стендап – это когда один человек взрывает зал, при этом рэп не читает. Йоу! Это выступление. Единичное. Импровизация. Закончили математически, да? Что такое стендап-клуб? Это то, что где мы здесь, вот тут. Я потом замиксую это в рэп. Давай. Что такое стендап-клуб? Это то, что где мы здесь, вот тут. Стендап – это сильнее, чем... Ну, это самое сильное актерско-рэповое такое искусство чистой души, вылитое на людей, на уши. Привет, здоровяк! Сколько тонн? 16, это же другой клуб, да? Роман Апчхи из туберкулезного диспансера. Что такое стендап? Я самый здоровенький, я всех пережил, да. Здоровенький, да в нем вмещается человек 5. Как там за диджейкой? Все в порядке. Это Надя. У меня руки потеют просто невероятно. Я чувствую даже здесь. Не мазал ладони сегодня. Пока, Надя, пока, все, пока. Иди прямо ногами туда. Что такое стендап-клуб? Саш. Не говори моего имени. Что делаешь, Даша? Человек. Что, мы разбираться сейчас будем на людях здесь? Что такое стендап-клуб? Ну, стендап-клуб, это стендап-клуб, Саш. Клуб, где все стендапят. Иди сюда. Она у меня молодец. Это что-то, что... Ну, примерно так как-то, да. Мне кажется, я уже настроил против себя половину этой публики, поэтому продолжаем. Вы VIP сегодня здесь. А. А, так обошел. Клевый ковер. Клевый ковер. Это Айза. Йоу. Как? Йоу. Как еще раз? Йоу. Йоу. Я круто одета? Ну, у тебя какой-то мешок. О, конверсы, неплохо. Можно потрогать? Это настоящие? Конечно. Нифига себе. Это настоящие конверсы. Я потрогал ногу Айзы. Если бы мы были в криминальном чтиве, Марселос Уоллес бы выкинул меня из окна за такое. У тебя новая татуировка, ты говоришь? Да. Она на жопе. Вот так. А что там изображено? Там пистолет нарисован, а вокруг него мои любимые цветы. Калы. Звучит как какое-то говно, да? Вы сегодня пришли на стендап-шоу, и вы попали в ту самую нужную тусовку Москвы! Добрый вечер, здравствуйте!